уверена, 10 брестских красавиц сделали свои первые шаги к участию в национальном конкурсе «Мисс Беларусь-2023», городской отборочный тур которого состоялся в Брестском центре культуры. Безусловно, все девушки, участвующие в сегодняшнем этапе отбора, все прекрасные, все с прекрасными данными, ростом и внешними данными. Будем, конечно, обращать внимание на умение девушек нести себя, показать себя, потому что девушки будут представлять наш родной город, наш прекрасный Брест. Конечно, хотелось бы, чтобы они это сделали достойно. Требования к участницам конкурса «Мисс Беларусь» – это хорошие внешние данные, белорусское гражданство и постоянное проживание на территории страны. Возраст от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 сантиметров, никогда не состоявшая в браке и без детей, не имеющая пирсинга и татуировок. Безусловно, девушки должны уметь подать себя и быть готовыми к конкуренции. Я учусь в Брестском университете имени Пушкина на первом курсе спортфака и занимаюсь пулевой стрельбой. Это я мастер спорта. Решила я сюда пойти попробовать себя, и вдруг что-нибудь получится. Мне 23 года, я работаю в швейной компании в Бресте. Сама я из Бреста, училась в Витебске, также на дизайнера. Создаю красивую одежду, которая людям нравится. С моделингом я была связана, наверное, в 14 лет, да, я ездила в Нагорного агентство. Вот, мне сказали, ну, я и так была худая, у меня были бедра 88 при моем росте 177, и мне сказали еще похудеть. На этом этапе еще нет дефиле в купальниках. Жюри интересовало рассказ о себе, увлечениях и талантах, а также о том, почему было принято решение прийти на кастинг. Обстановка, конечно, сама такая немножечко волнительная, но, в принципе, все члены жюри достаточно приветливые, вопросы понятные, поэтому отвечать на них было легко, и как бы я считаю, что каждый участница чувствовала себя достаточно комфортно. А о себе я могу сказать, что мне 24 года, я родилась в городе Бресте, училась, закончила Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина, юридический факультет. Сейчас работаю тоже в Бресте, занимаюсь спортом, увлекаюсь моделингом. Я связана со сферой моделинга. С 16 лет я работаю профессиональной моделью. В данный момент я преподаю в модельной школе дефиле и фотопластику. Я думаю, что самое главное всегда это ваша персоналити, ваша харизма. Поэтому, конечно, нужно первое демонстрировать изюминку, и та, которая вы настоящая. А все остальное будет обязательно чудесно. Красавиц попросили прийти без макияжа, в обтягивающей одежде, с собой взять две фотографии, портретную и в полный рост, а также прихватить каблуки. Я не успела взять каблуки, только шла с пар, приехала сюда, и когда представляла саму себя на сцене, жюри попросили у девочек оказать просьбу, чтобы они дали мне каблуки. У кого был мой размер, особо не звались мне помочь, и сразу заметно какая-то конкуренция между девочками. Конкуренция с каждым этапом будет только нарастать, ну а в следующий отборочный тур прошли 4 брещанки. Равчук Диана Игоревна. Семенова Екатерина Александровна. Телицына Елизавета Николаевна. Теперь каждой из них предстоит серьезная подготовка. Необходимо оттачивать дефиле, подобрать купальник и продумать творческий номер. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ.